каждому. И в будний день, и в праздники, и мне хватает навыков, но на ошибках учатся. С веселой нашей азбукой, конечно, все получится. Мы с ними за компанию листаем жизни правила, запоминаем главное и поступаем правильно. Какая кар-красота! Наша книга! Стой! Отдай книгу! Ой! Ой! Что за вещица? В чем здесь загадка? Больно дерется! Это ж рогатка! Опасная. Будем записывать опасности на странице, а когда вернем книгу, вклеим их. Р. Рогатка. Пойдем. Снежная ужасна, и попасть в нее опасно. В ней легко и заблудиться, и в сугробе очутиться. Надо найти укрытие. С. Снежная буря. Ой. О, темнота. Темнота нам не страшна, но есть в ней опасность одна. Ходить нелегко в темноте, и можно на шкаф налететь. Ой! О! Т. Темнота. Ух ты! Привет! Ой! Ой! Извините, мы случайно к вам провалились. Закончится буря, мы уйдем. У нас очень важные дела. Оставайтесь с нами! У нас все-все есть! Мы лесные эльфы. Видите, как у нас красиво? Смотрите, что у меня еще! Молоток! Нет, это не молоток. Смотри, это старинный утюг. Вот так. Ой, пусть остынет. Скажу тебе, наш новый друг, горячий может быть утюг. Неловко схватишь утюжок, и все, лечить тебе ожог. У, утюг. А что это вы рисуете? Мы собираем опасности для нашей книги. Только ее стащила ворона. Мы идем к ней. Ворона? Она и у нас ворует камешки. Я пойду с вами. Напугаем воровку. Как попахнем. Фейерверк? Нет! Фейерверки пусть прекрасны, но не менее опасны. И без взрослых их, друзья, запускать никак нельзя. Ф. Фейерверк. Вот. О. Отнеси шарики к нашей елочке, а мы к вороне. Пойдем. Тропинки, лес красив, как на картинке. Нелегко зимою в нем отыскать вороний дом. В новогодней сказке этой есть и тайны, и секреты. Только нас не обмануть, мы найдем к вороне путь. Вон, там живет ворона.
никого не жду. Хочу предложить одну вещичку известному коллекционеру. Покажи. Вот. А вы не хулиганы, которые с мешками бросаются? Опасны очень хулиганы. Они забияки и грубияны. Но это не мы. Ха, хулиган. Хм, прекрасная вещица. Заходите. А почему вы хромаете? Поцарапала. Надо срочно лечить. Ой, обычная царапина. Казалось, ерунда. Но в ранку попадают микробы иногда. Микробов напугает зеленка или йод. Царапину помажешь, она и заживет. Ой. Вот, вот так, вот. Ой. Це, царапина. Вы такие милые. Я, пожалуй, угощу вас чаем. Горячий чайник – опасность. Чайником горячим обжечься несложно. Взять его старайся очень осторожно. Че, чайник. Какие опасные предметы в вашей коллекции? У меня прекрасная и совершенно не опасная коллекция. А вот. Шприц не поднимайте грязный. Он ведь может быть заразный. Кар! О, еще опасность. Кар! Какая опасность? Электричество небрежность не прощает. В проводах опасный ток подстерегает. С, электрический ток. Не страшно. Вот, у меня есть необыкновенный экземпляр. Азбука опасностей. Я ее посмотрю, и мне опасности нипочем. Это наша книга. Мы пришли за ней. Отдайте. Мы еще не все опасности в нее записали. Как? Кар, воры прикинулись кар-хорошими. Верните им книгу. Кыш! Ой! Ой! Ой-ой! У нас ничего не получилось. Мой камешек. Надо дедушке все рассказать. Дорогу подморозило немного. Юс, опасное явление может вдруг произойти. От такой дороги, дети, безопаснее отойти. Ю, Юс. Ой-ой-ой-ой-ой. Яма глубокая, люк не закрытый. Выглядит, будто огромная пасть. Пасть может слопать тебя с аппетитом, так что старайся в нее не упасть. Я яма. Ишь, за книгой они пришли. Да. Вот.
обязательно вернем книгу. Но как? Вот. Меня возьмите на праздник. Она ворует. Она трется и обманывает. Оставайся, но обещай справиться. Обещаю. В этом году. Ох, я успел на праздник. Дедушка, мы собрали всю азбуку опасностей. Изучили волшебную книгу. Теперь вы настоящие домовые и готовы помогать людям. Ура! Пришлось нам научиться. Мы заполняли азбуку страница за страницей. Мы в ней собрали правила для жизни очень важные. Их с детства обязательно усвоить нужно каждому, чтоб стали эти знания полезною привычкой. Уроки нашей азбуки сдавались.